что в 21 веке люди не разучились любить и по-прежнему хотят создавать семьи. Люди ищут друг друга. Кто-то находит свое счастье на соседней улице, кто-то в других городах и даже странах. Те, кто еще не встретил свою любовь, не отчаивайтесь. Помните, как вот в известной песне «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждем». Верьте в нее, она обязательно придет. Обязательно. Наш праздник продолжает народный артист России Александр Буйнов. Грустная песня прозвучит для тех, кто был любим, кто любит и в надежде на любовь.